По данным на 1 августа, с располагающихся в азербайджанском секторе Каспия Азеречирах, Гюнашли и Шах-Дениз добыто более 540 миллионов тонн нефти вместе с конденсатом. Более 22 миллиардов кубометров газа добыли в Азербайджане за 7 месяцев этого года. Статистику привели в Минэнерго. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства составил 10%. 11 миллиардов из этого объема добыто на месторождении Шах-Дениз. Пандемия коронавируса негативно повлияла на многие отрасли экономики, но некоторые сферы пострадали сильнее всего. В частности, из-за снижения спроса на нефтепродукты во всем мире нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с серьезными экономическими сложностями. Многие НПЗ крупнейших энергетических компаний либо закрываются, либо перепрофилируются. Но некоторые нефтепереработчики смогли преодолеть все сложности и сохранить рентабельность своего производства. Так, крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие региона БНПЗ имени Гейдара Алиева смог выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Объем производства снизился всего на 4%. За 7 месяцев этого года было экспортировано приблизительно 13% больше дизеля, чем в предыдущем году. Всего 59 тысяч тонн дизеля было, на 59 тысяч тонн дизеля было экспортировано больше, чем в прошлом году. А что касается бензина марки I-92, то в прошлом году он вообще не экспортировался. А в этом году, однако, возникла причина для экспорта, поскольку внутренний спрос упал, и теперь мы смогли позволить себе экспортировать 64 тысячи тонн бензина марки I-92. Экспорт в основном был осуществлен в месяце мая, июнь, июля этого года. В этом месяце, то есть в августе, экспорт не планируется бензина I-92. В связи с возможной второй волной пандемии коронавируса в мире, руководство завода планирует и дальше придерживаться гибкой стратегии производства, которая позволяет предприятию быстро адаптироваться к новым реалиям рынка. Мы можем придерживаться той стратегии, которая у нас действует сейчас. Она применяется не только в нашем заводе, то есть нефтеперерабатывающем заводе в Азербайджане, но также и в нашем нефтеперерабатывающем заводе в Турции, то есть завод «Стар». В принципе, я думаю, этот подход, он будет иметь эффект и в последующие месяцы, даже если предположить, что будут введены снова какие-то ограничения в нашей стране или в других странах. В то же время, поскольку вокруг нас на обширной географии нет других нефтеперерабатывающих заводов, то в принципе нам в значительной степени обеспечена также возможность экспорта. То есть все, что останется в плане излишков, мы сможем сбыть, скажем, в Грузии и в других соседних странах. Параллельно производственному процессу на БНПЗ имени Гейдара Алиева также продолжаются работы по модернизации предприятия, нацеленные на улучшение качества производимой продукции, увеличение производственных мощностей и расширение спектра производства. Планируется, что к 2022 году тут начнется производство автомобильного бензина по стандарту Евро-5, что станет настоящим прорывом нефтеперерабатывающей индустрии всего региона. Фуад Байрамов, Наиб Гаджиев, CBC.